Запускай. Ну, я опасен. О, хорошо, просто. Там же еще один. В пол того чуть не прилетело. Да как я опять не проехал-то, ё-моё. О, а вот и Всеславчик у нас улетел. Смотри, господи, сколько едет. Харли. А что, один остался? О, нет, ну я убил другого. Другого убил, который сзади него ехал. Да ладно. Эгэгэй, ребятки, всем привет, с вами как всегда Такскорт и Томми. Сегодня мы играем в крутой режим, в новый режим в GTA 5 онлайн. Да-да-да. Всем привет, друзья. Здорово, ребятки. Ой, я, кстати, кого-то разнес. В общем, вон там вот красные машинки, да, они выдвигаются и едут по спирали на нас, чтобы нас сбить отсюда на этих маленьких платформах, которые присоединены к спиралям. Вот. Вон они едут уже, тихо-тихо, отбиваем. Давай. Так, где же вы, ребятки? Я уже вижу, я начинаю отстреливать их. Так. Да, ребят, и за оружие насколько есть гранатомет. Нет, да ладно, мне... Господи, ребят, мой первый раунд заканчивается очень быстро тем, что в меня прилетел кусок взорванной машины. Замечательно. А в этот раз разобьем лица мы. Садимся на свои Порши. Это же Порши у нас. Да я не знаю, что это. Это больше похоже на смарт Мерседес маленький, но не совсем на него похоже, потому что Мерседес смарт это панты. Я подожду первую волну ребят, которая пойдет вперед, потому что им меньше всего поздоровится. А я вот в конце, ребят, проедусь такой. Здравствуйте, так, до свидания. Ну все, я в принципе готов выдвигаться, хотя волна еще не закончилась, и ребятки так кучно, но дружно едут вперед. Типа пускаем флайеры, меня уже взорвали кто-то, блин. Ой, Харли Квинн. Харли Квинн очень опасный чел, да. Чел. Чел или челка. Мне сейчас кажется, будет. Отлично. Я уже еду, и меня это радует, ребята. Я уже. Ой, где я? Хорошо качусь. Надо одного 100% тебе скинуть. Это такая задача. Да. Задача. Вот рядом с тобой будет беленький. Вот. О! Я его взорвал, это микс-фикс. Он взорвал меня, но мне кажется, он взорвался со мной тоже, потому что я был рядом. Сдох, погоди. Точно. Да, сдох, отлично. Отлично. Кстати, у нас. Мы выигрываем в этом раунде, мы даем реванш. У нас один остался всего лишь. Я хочу посмотреть. Так, кто у нас там? Кто у нас там живой остался? У нас, короче, один пацан просто троих подорвал как-то. Так, все, отлично. И мы выиграли, смотрите-ка, да. И что? Давайте, друзья, возьмем гранатометы и будем обстреливать наших оппонентов, которые будут выдвигаться прямо на нас. Пора, давно пора. И уже начинаем, кстати. Порадуемся. И поехал. Стоп, так. В красной машине, в красном пиджаке с красным оружием. В красном пиджаке, да, у меня есть гранатомет. Кстати, у нас тут флайеры красные, едут, да, смотри. Тоже? Да, что-то да, прям эйфория красная. А нет, у меня оранжевый, слушайте. Мне он больше нравится. Но я уже раскидываю гранаты вниз, потому что, возможно, кого-то там убью. Идите просто нафиг, я только заехал. Около арбузов этих взорвали. Около арбузов, да, опасно. Может, этого чувака подорву. Здесь по таймингу. Так. Кто следующий? Перезарядка? Нет, скоро на нас уже будут... Так, вон уже едет. Ой-о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 й
садится. Его в воздухе взорвали, капец, это очень потно, ребята. Со стороны машинок это очень потная игра. Знаешь, вот кому идет? Те, кто стреляет, если в самом конце ты оказался. Да, прикольно. Да, да, да. Вот если стреляешь, там болтов у нас все время, кстати, появляется. Я где-то вот здесь вот на предпоследних местах. А вот мы рядом с тобой, кстати, вот я берег. Да, да, да. Видимо, по тому, как ты зашел вовремя в сессию, это имеет значение. Так, вот едет один, едет. Вот, давай, видишь, давай, давай. Это на второй. Вот, да, обкидываем, обкидываем. Ребятки, давайте, давайте, давайте. Смелее, смелее. И такой один едет и всех. А, вот да, все. Да, да, да. Вот там вот есть. Так, и вон еще едет. Это ластовый? Интересно, вот мне. Так, нет, еще. Не, не, еще три есть. Еще трое есть. Окей, понятно. Давай, 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 давай. А, рядышком взорвали. Ой, все, очень, кстати, рядышком, в одном месте, да, взорвали. Три мины. Просто кладбище машин. Смотри, ага, все, все. Все, его подорвали уже с той стороны. Вот здесь самая опасная, последняя спираль. Самый низкий, Лех, быстрее, быстрее, быстрее. Харли Квин, ребят, едет. Харли Хуй. Харли Хуй, да-да-да-да-да. Ты был прав уже. Вот. Давай, чувак. Я верю в него. Я почему-то верю в него, что он кого-то собьет, но у него не получилось. И еще он на волрайд на второй заехал. Хоть сбил он как? Но я его успею, а наверное, откидать так в аккаунт. Давай, 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 давай. Да, я стер его с лица земли. Не, вот, вот этот чувак остался. Все, он промахнулся вообще. Давай, 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 давай. Кто еще? Кто еще здесь? Вон он упал, он промахнулся. А, вон, я вижу. Ой, вот, нет, нет! Сейчас свалился, что ли? Да господи, это такая мина прикольная, на самом деле, ребят, которая подложилась под меня. Вот прицел был вниз туда, а мина легла под меня. Я хотел на чувака скинуть, но в этот раунд уже однозначно нас. Ну что, ребята, вперед в бой и с песней пионерской под завывание машины двигателей. Поехали, ребята. Муровцы, давайте подъезжайте. Я, как всегда, ребят, пропускаю первую волну, пускай она проедет. Я думаю, что вот где-то вот по этому таймингу я должен хорошо заехать, потому что, блин, ну хотя взрывы, которые внизу, они меня напрягают, поэтому небольшой. Ё-моё, блин, как? Так, 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 так. У меня тачка загорелась просто.
Там все еще ребят взрывают, и в принципе... Да вот вас там сколько, йоу. Все, мины больше не кидают сюда, я отлично, еду вперед. Получается, лицо загорело, значит, взорваться может тачка, да? Да, скорее всего, и вероятнее всего. Ну, я уже еду, кстати, достаточно далеко, и меня это радует, и, возможно, я кого-то прямо сейчас столкну. Жестко. Это Алёша у нас подъезжает. Ой, взорвались. Первые чуваки, которые вначале, они очень опасные, они взрывают моментально, ребят. И нужно ехать чуть-чуть выше, а потом на них бросаться. Да. В этом раунде наша команда заметно проигрывает, кстати. Да, кстати, очень сильно. У нас 4 чувака всего осталось, но... Ничего страшного, в следующем раунде отыграемся. Разгоняется чувак, берет разгон, и уже в надежде, и... Левее, нужен. Сильнее. Сбивай. Хорош! Отлично, один остался. Супер. Остался один, ребята. Главное, чтобы он не взорвался сейчас. Почему эти машинки не взрываются, когда они падают? Ну это нечестно тоже. Так, он выжил, отлично. Ну слушай, как нечестно, осталось столько мало чуваков, и вас так много. Мы уже не поверили в то, что можем выиграть, и остается один чувак против двоих машин. И мне кажется, этот раунд должен за нами. Это очень интересная ситуация. Я успею переключиться, интересно, за следующего, потому что он ближе всего едет к следующему чуваку. Переключаемся. Ник, зачем? Он спрыгнул? Да. Все, ребят, вот так вот мы и выиграли. Задизморалили, затащили, задавили. Вот так вот надо играть. Все, ребятки, короче, ждите, я сейчас к вам приеду. Я вас не получу. Это не звучало как угроза, поверю. Я даже не испугался нисколечко. Наоборот, у меня появилось больше желания и сил, мотивации, чтобы тебя отстрелять. Знаешь, просто приеду и ничего не сделаю вам. Просто приеду и сдохну. Задизморалили реально, ребятки, мы нашего Всеславчика. Вон, у нас двое летят, ребят. Держитесь посильнее за свои маленькие платформы, которые... Ой, чуть не упал. Так, ну а все, кто мне флайер кидает? Гайс, они едут, все, обкидываем их. Блин, давай. Открывается, как манцевать-то здесь, как манцевать? Камера трясется, куда ехать, алё? Так, мы ни одну волну не пробили, ребят. Мы не пробили волну прохождения автомобилей по этой спирали, так что кидай сюда. Кидаем. Ой. Перезарядка, ребята, я не успеваю ни по одному таймингу закинуть, ни одному в люльку. Ни одному в кабину не попадаю я, ребята. Один упал наш. К нам уже подъезжают, ребята, подъезжают. Так, вот Лёша, ай, не задел по кепке, не почистил Лёху. Я видел тебя, сначала подумал, что ты какой-то ник. Ребят, дело очень плохо. Еще раз заеду, подождите меня. Так, очень электроник плохо. Точно минус. Нет, откатился электроничек. Электроник. Давай, взрывай. Ага. Отлично, хорошо, хорошечно, ребята. Хорошечно. Минус один у нас сдался, док. Я запомнил просто, где вы стоите сейчас, я тебе готов. Предпоследний, Лёх, давай. Где? Не вижу. Я хочу, чтобы они поближе, давайте, ребят. Come on, guys. Так, вон есть мистер. Я вижу. Мистер Фикс, он очень опасный чел. Запускай. Ну, я опасен. О, хорошо, просто. Там же еще один. Пол того чуть не прилетело. Ну как я опять-то проехал-то, ё-моё. О, а вот и Всеславчик у нас улетел. Смотри, господи, туда, сколько едет. Харли. А что, один остался? Я убил другого, который сзади него ехал. Да ладно. Никогда, ребятки, не замечал, что моего персонажа побрита небольшая часть брови, но плотин брови, как говорится. Берёт коней и поехали. Нет, я покатаюсь тут по кочкам, проверю. Я специально заехал сюда, проверю ходовочку этой машины. Готова ли она? Ой, нифига себе, миллиметраж. Готова ли моя машина к езде по вертикальным спиралям? Понял, 5 секунд задержка успела. О, выжил. Танцы. О, как синхронно. Ребята, вы видели, как синхронно? Капец. Давай. Лишь бы, конечно, меня сейчас не убили здесь. Надо хотя бы одного сбить. Срочно. Не, обошлось без этой песни. Еду вперед. Чуваки там бушуют. Просто бушуют жестоко. Машины летят просто слева. Капец, этот режим очень жесток. Ну смотри, мы у них сколько уже убили, нас вообще куча ребят живы. Я проезжаю до конца, ну, да, я держусь. Вас... Ой, а там никого и нету в конце, поставил. Капец, как замечательно, хотел красный. Сбить последнего, но его я не смог сбить, потому что... Он уже получил гранатку в ротик. Его там нету. Что ты сказал? Ну, себя. Что ну, вы? Тебя, а что за пошлые такие у вас мысли? Я вам запрещает. Там отправлю флайеры, чтобы вы знали, что я тут не один, а нас много. Нас орда, поэтому вот такая вот билиберда произошла. Сейчас я влетел в ящики. Я влетаю в... Давай, кто там у нас? Я влетаю, Болотов у нас и я. Я влетаю в стройку. Болотов и я, дружная семья, красные машинки, идут они вперед. Бьются за мошонку и хотят что-то сделать... Там. А, ну это слишком взрослая шутка. Все, вот, музыкальная заставочка. Музыкальная заставочка. Да, ребят. Где ластовые? Такие едут, такие сейчас никого не собьют. Давай, Леху. Блин. Разнесли. Так. Главное сейчас тут не... Просто будет... Главное не взорваться. Взорвешься.
Yeah. А просто камень. Камень. А когда не выруливалась, я не знаю, что с этой машиной, но она не выруливалась, но я уже не взорвался, и меня это радует. Кстати, там ластовый чувак Спас остался. Чувак, да. А он нифига за манцану. Ну, он, короче, решил мансануть и упал. Да? Он... Все, да. Отлично, этот раунд за нами. Вон он, я видел, он упал, вот он. Помолчим вначале. Помолчим. Все, давайте, ребятки, будем устраивать обстрел на эти. Я не знаю, в честь чего мы эту минуту молчания устроили, но я думаю, вот флайера, которые летят вниз, они, возможно, обозначают то, что вам не следует суваться сейчас. Ой, я знаю. Мы очень опасны. Все, обкидываем. Самый низ. Давай. Шанс есть. Смотри, уже взрываются, да. Но никто не умер. Все, успокойтесь, вы там скидывать все. Уничтожили. Минус два уже. Ну они уже едут. Там просто труп мешают на въезде. Давай. Мы вообще, смотри, не даем им пройти. Они реально не проходят, мы просто всех разрываем. Они как тараканы, слушай, ворвались, врываются, смотри, как их много. Не могут просто, ребята. Капец. Они подъезжают, это очень опасно. Но те чуваки, первая линия прям обороны, она держит свою точку. Да, смотри, как хорошо, да? Ну, слушай, проехал один. Пешки тащат. Ой, улетел просто. Помешал, как... Ну стой. Скорти, ты что, железный? В меня прилетели куски Скорти, машины. Ты со мной взорвался, видел? Блин, я упал. Я вижу, как ты летишь. Ты был хорошим другом, братан, но... Меня судьба сложилась так, что тебе пришлось улететь, да. Но ты... Меня также сбивало, кстати, горящей тачкой взорванной. Мы остались с Болотовым вдвоем? В конце? Так, настолько было много. В конце? Ой, я еду, ребята, к вам, ждите. Я жду, братан. Настолько дофига было. Как? Да, мы просто вот слили позиции свои. Так, я вижу одного, надо просчитать. Не, лёг. Давай. Я еще уничтожил. А, Болотов уничтожил, спасибо. Болотов уничтожил рядом со мной, при том, что если бы уничтожил я бы взорвался вместе с Томми, вот. Очень интересно. Вот этого Квин. Болотов, держись! Болотова нет. Болотов, спаси! Сам в полет полетел. Меня кинули, все, ребят, мы всрали. Я был последним выжившим из Магикан, но я лечу вниз, и мне какан. Ну что ж, ребятки, наш ролик по GTA сегодня заканчивается. Спасибо, что смотрели. Не забывайте писать в комментарии, понравился ли вам режим вот этот, который вы хотите. Блять, раз, два, три. Ну что ж, ребятки, наш ролик заканчивается. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наши каналы, ссылки в описании. Как всегда, ребят, лайки, подписка, да. И не забывайте про комментарии. Это самое главное, какой режим вам нравится и какой вы хотите видеть в следующей серии. До скорых встреч. Адьос, амигос, гайз. Пока-пока, ребятки. Ой, ё.